В эфире программа «Новая школа», в студии Арина Смолякова. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о олимпиадах, о тех олимпиадах, которые проводятся среди школьников по разным предметам. Как сегодня выглядят эти олимпиады, кто в них участвует, насколько они популярны, дают ли они школьникам какие-то преимущества впоследствии при поступлении в ВУЗ. Сегодня нам об этом расскажет директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Валерьевич Ященко. Иван Валерьевич, ну я хотела первый вопрос задать такой. Вот раньше олимпиады школьные считалось, что это для тех учеников, которые хорошо учатся. А кто плохо учится, то им как бы и не предлагали участвовать в олимпиадах. Вот как сейчас это происходит? Изменилось отношение? Знаете, олимпиады возникли в 30-е годы. Первые олимпиады были по математике в 34-м году в Ленинграде, в 35-м в Москве. И главная их цель была найти тех ребят, которым интересно что-то большее, чем школьная программа. И многие победители олимпиад сейчас впоследствии стали великими учеными, инженерами, ну или просто очень успешными людьми. Олимпиады росли, развивались, сейчас они идут уже по всем предметам, и сейчас стали более массовыми. Но это не значит, что как-то изменилась их цель, уровень, просто немножко сменился акцент. Сейчас главная задача олимпиад массовых – это помочь раскрыть талант в каждом ребенке. Помочь родителям, школе, ребенку самому в первую очередь, попробовать себя в разных областях. Потому что может быть так, что, например, ребенок в школе имеет троечку по какому-то предмету. Ну, просто потому, что предмет ему не нравится. Может быть, не было контакта с учителем. Может быть, где-то что-то проболел, потом не смог восстановиться. А попробовав решить творческую задачу, нестандартную, в ребенке может проявиться интерес к этому предмету. А дальше можно идти на кружки. Есть сейчас интернет, где можно найти много дополнительных материалов. Можно заниматься даже через интернет. Есть все возможности для раскрытия таланта. Угу. Ну а те, кто проявится уже слишком, ну так уже совсем ярко, для них есть и специализированные школы, классы. Но еще раз подчеркну, мы стараемся сейчас сделать так, чтобы в каждой школе можно было раскрыть талант каждого ребенка. Угу. А как делается, что все дети, чтобы все дети принимали участие в олимпиаде, и те, кто, может быть, учится на троечку? Ну, во-первых, есть всероссийская система всероссийских олимпиад школьников. Она многотуровая, первый тур школьный, проходит в каждой школе. И сейчас каждая школа старается провести первый школьный этап по всем предметам. Ну, конечно, никого не заставляют, но агитируют. И мы стараемся сделать так, чтобы каждый ребенок попробовал себя хотя бы в чем-нибудь. Может быть, еще раз подчеркну, чего-то ему не нравится, но попробовав решить красивую задачу, у него откроется даже и второе дыхание в предмете. Дальше идет муниципальный этап, ну, в Москве окружной, дальше региональный, а самые-самые едут на Всероссийскую олимпиаду. Это такая пирамидальная структура. Угу. Кроме этого, является много олимпиад, которые проводятся энтузиастами, вузами, давно ли или сейчас только что, в которых можно участвовать совершенно добровольно и без каких-либо вот таких вот структурных отборов. То есть, например, ребенок в школьной олимпиаде поучаствовал не очень удачно, ну или просто ее проболел. Он может принять участие в московской, например, олимпиаде школьников, если он в Москве. А если не в Москве, через интернет. Угу. Открывает год у нас турнир имени Ломоносова сразу по 10 предметам в одном месте. Ты приходишь, тебе дают задание, и ты думаешь, в чем ты хочешь поучаствовать. Да хоть и во всем. То есть это любой желающий? Абсолютно, да, любой желающий. Школу. И все они бесплатные. Очень важно. То есть олимпиадное движение, оно бесплатное. Есть там, бывают платные олимпиады, но это отдельная история. Их проводят там, ну, с другими целями. Угу. Вот, более того, несколько лет назад Министерство образования приняло решение, что кроме Всероссийской олимпиады школьников, по которой всегда брали в ВУЗ без экзаменов победителей заключительного этапа, есть так называемый перечень олимпиад, которые проходят многоэтапную экспертизу, Академия наук, ведущие вузы. Они отбирают несколько десятков самых-самых авторитетных, надежных, значимых олимпиад, по результатам которых вузы тоже могут принимать без экзаменов. Угу. И вот в Москве Московская олимпиада школьников, одна из старейших олимпиад, которую проводит Департамент образования с ведущими вузами, туда входит. Угу. Также туда входит и турнир Ломоносова, многие другие. А на эти олимпиады как-то отбирают или тоже все желающие? Первый тур всегда абсолютно открытый для всех желающих. А те, кто успешно прошел в первом туре, который сейчас обычно проводится через сеть интернет, с тем, чтобы можно было и из дома поучаствовать, и из школы, как угодно, приглашаются на уже второй тур, который обязательно очный. Но еще раз подчеркну, этот первый тур, это не то, что такой вот жесткий отбор.
Скорее, главная задача первого тура – дать ребенку возможность посмотреть, что за задача, и себя попробовать. Ну, именно поэтому, знаете, есть такое очевидное сомнение, как можно по интернет-туру, ну кто там, может, там родитель писал или там репетитор, да? Да. Если все равно потом идет второй тур, по результатам которого, собственно, и можно что-то получить значимое, то в первом туре просто бессмысленно участвовать нечестно. Угу. Вот сейчас для всех олимпиад, которые включены в перечень, 31 января закончился этап отборочных туров, и вот февраль-март сейчас начинается этап заключительных туров. И опыт прошлых лет показывает, что практически все ребята, которые прошли через отборочные туры, свои результаты подтверждают и на очных. Угу. То есть поэтому, ну, система, понимаете, в отличие от каких-то других вещей, система олимпиад, она очень открытая, очень прозрачная, потому что олимпиады проходят не только в 11 классе, а победить в олимпиаде в 11 классе до этого ни разу не проявившись невозможно. Все всех знают и в лицо, и, в общем, тут нету, знаете, каких-то таких вот проблем, что кто-то за кого-то участвует. Угу. Скажите, вот сроки участия в олимпиадах, они как-то регламентированы, да, достаточно жестко. А почему бы не проводить олимпиады круглый год, чтобы участвовали постоянно? Вы знаете, так и было в свое время. График проведения олимпиад складывался годами и десятилетиями, как-то так подгонялся, утрясался сам собой. Несколько лет назад, когда менялась нормативка, к сожалению, очень жестко регламентировали сроки тех олимпиад, которые включены в перечень. И, например, финальные туры только февраль-март. Может ведь кто-то болеть в это время? Ну да, ну и что самое главное, в этот февраль-март уплотнились финальные туры всех олимпиад, и оказывается, что самые сильные дети, ну, дико перегружены. Там, они пытаются иногда там, в течение 2 недель участвовать в 5-6 олимпиадах. И сейчас вот уже принят закон об образовании, будет перерабатываться вся нормативка. Это один из тех вопросов, который точно, абсолютно будет изменен. И мы очень надеемся, что к следующему году регламентация олимпиад как бы излишне бюрократическая резко уменьшится. Это обсуждал и вот рабочая группа Совета по талантам под руководством Ольги Голодец, и Совет ректоров, и Совет олимпиад. В общем, мы уверены, что так произойдет. Угу. А вузы заинтересованы в проведении олимпиад? Разумеется, разумеется. Причем, подчеркну, вот зачастую говорят, что олимпиады проводятся только для этих самых льгот. Uh-huh. Ну, во-первых, есть много массовых олимпиад, по которым льгот нет, и они прекрасно проводятся. И, кроме того, надо понимать, что когда ребенок пришел в вуз, просто в его здание, в его помещение, и порешал интересные задачки, а, как правило, олимпиада – это не просто порешал, получил результат, а послушал лекцию, пообщался с интересными людьми, то некоторый элемент погружения в среду, и прекрасный научная. Элемент профориентации, конечно. И если это не 11 класс, ну, когда уже раньше приглашать поступать, а раньше, то, конечно, олимпиады – это очень мощное средство привлечения ребят к каким-то дополнительным занятиям, кружкам, ну, каким-то научной работе, проектной работе, другим формам. Угу. И, конечно, сигнал системе и школе, вот, что у этого ребенка есть интерес, который надо развивать. Угу. А вуз принимается без экзаменов победителей каких олимпиад? Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников заключительного угу. этапа без экзаменов, просто по их заявлению. Угу. А олимпиады, которые включены в перечень, вот эти вот несколько десятков, опубликованы в приказе министерства, вуз имеет право установить льготу, он не обязан. Угу. Ну, конечно, большинство вузов устанавливает, и там олимпиады поделены на 3 уровня. Первый, второй, третий. Естественно, первый уровень обычно зачитывают там самые-самые ведущие вузы, второй уровень вузы с требованиями там поменьше, третий уровень, ну, слабее. Это по каким-то нескольким предметам, да? По всем практически проходят эти олимпиады, да. И по каждой имеется эта градация на уровне, и вуз. Очень существенно, что вуз может устанавливать льготу только в зависимости от предмета и от уровня. Нельзя, например, сказать, что свою олимпиаду по математике я буду зачитывать, угу. а вот другого вуза не буду. То есть это такая защита, можно считать, и от коррупции. То есть ты как бы обязан принимать все олимпиады соответствующего уровня. Угу. Ну, то есть по тем предметам, на которых специализируется конечно, этот конечно. Вуз. В Московском департаменте образования прошла специальная пресс-конференция, посвященная теме олимпиад. Участники обсуждали, как вовлечь большее число учащихся в творческую и научную деятельность.
Это направление, связанное с олимпиадным движением, связанное с формированием познавательного интереса к поддержке высокомотивированных детей, оно тоже в рамках сотрудничества с вузами ярко выражено. Мы поддерживаем программы вузовские, которые связаны с развитием олимпиадного движения, с различными вот программами, скажем так, повышенной сложности, которые реализуются силами вузов, ведущими профессорами вузов для наших московских школьников. Ну и вот могу сказать, что в том числе и с Московским государственным университетом у нас есть это сотрудничество. И вот с Иваном Валерьевичем, не далее, как вот буквально 15 минут назад, говорили о новых дополнительных программах, которые мы можем поддержать и просить наши московские вузы помочь нашим школам вот как раз-таки в расширении этого олимпиадного движения и в привлечении как можно большего количества школьников к участию к этому, на наш взгляд, очень правильному, очень нужному делу. В данный момент ситуация такова, что из 16 человек, которые остались в качестве кандидатов в сборную после разных там отборов и отсевов, в первой пятерке содержится 3 москвича, вот, а в десятке их, по-моему, 6, если я правильно помню статистику. Ну, то есть мы надеемся, что в следующем году вот, тоже результаты будут неплохие, но значит, результатов таких можно добиваться только каким способом? Только путем совершенствования системы работы с одаренными детьми. Нужно как можно больше детей привлекать к занятиям в кружках, вот, призывать детей ходить на олимпиады, участвовать в олимпиадах. Вот, мы внимательно очень следим за успехами школьников, которые показывают там, хорошие успехи на самых разных олимпиадах. Активно их зовем на разные занятия, профильные семинары, возим их в летние школы. На сборы, на осенние, на весенние. Очень плотно с ними работаем. Приглашаем для работы с нашими одаренными физиками самых лучших педагогов, причем не только из города Москвы. Вот если взять, скажем, список педагогов, которые учили наших детей вот на последней летней школе, то это ну, практически вся Россия и даже несколько человек из Белоруссии мы звали. Раньше победители олимпиад обеспечивали сильные школы, которых традиционно было немного. Сейчас ситуация изменилась. Круг школ, чьи ученики побеждают на олимпиадах, значительно расширился. Это результат доступности участия в олимпиадах для всех, в том числе и в международных олимпиадах. Олимпиада – это не спорт. Олимпиада – это, можно сказать, часть жизни. Я участвовал в олимпиадах даже не раз или год при поступлении, а больше всего даже для удовлетворения своего научного любопытства, для расширения своего кругозора. Ведь при подготовке к олимпиаде мне пришлось изучить множество разделов химии, о которых я даже раньше не слышал. Например, вот перед предыдущей Всероссийской олимпиадой я узнал, что существует такой раздел науки, как физическая химия, которая очень богата математическими формулами. Вот. И поэтому мне пришлось и математику подтянуть, и немножко и физику. И только тогда я смог занять какое-то место в Всероссийской олимпиаде. То есть олимпиада, она способствует развитию навыков самоподготовки. Кроме того, немаловажную роль при участии в олимпиаде играют навыки работы в лаборатории. К сожалению, я имел такую возможность поработать в лаборатории только на сборах МГУ и на профильных семинарах, которые организовывал МИОО. Но я был очень хорошо подготовлен к международной олимпиаде, потому что проделал множество экспериментов. Участие в олимпиадах – это замечательный опыт, который позволяет вам концентрировать внимание, уделять много времени на самосовершенствование. Участие в олимпиадах позволяет познакомиться с новыми людьми. Я, например, в ходе последних 2 лет познакомился со многими другими участниками, и теперь у меня множество друзей. Мы все учимся вместе в одной группе на химическом факультете МГУ. Очень доступны материалы в интернете по химии. На сайте МГУ можно найти просто любые задачи, можно в онлайн-режиме задать любой вопрос преподавателю. А твои задачи будут проверены и посланы какие-то комментарии к твоему решению. С каждым годом возрастают возможности самоподготовки школьников по предметам. Это кружки, дополнительное образование, профильные семинары. Очень существенную роль играет интернет. Там можно получить консультацию, посмотреть материалы. И все-таки, чтобы школа давала победителей, она должна хорошо учить по предмету.
Мы сейчас открываем, вот там же, где у нас центр подготовки по физике, еще открываем творческую научную лабораторию по физике, да, куда завозим научные приборы, которые нам дарят просто ведущие институты. Институт терфизики, большой проект у нас с Курчатовским институтом, чтобы ребята там тренируются в команде и тут же просто на настоящих научных приборах смотрят настоящие научные эксперименты. Ну да, мы надеемся, что эта лаборатория у нас запустится. Работать она у нас будет в здании Московского института открытого образования в Хамовниках, Хамовнический вал, дом 6, поэтому... Вот школьников, которые... А руководить будет Евгений Выродов, который работает и в ведущей школе 57, и в институте терфизики. Да, поэтому вот если есть школьники, которые горят желанием попробовать себя вот в живой работе руками, вот что-то вот поделать в плане физики, вот что-то вот изучить, исследовать, получить какие-то результаты, вот не на бумаге, там в тетрадочке, а вот прямо живьем от самой природы, то вот мы их приглашаем на занятия, может быть, их это заинтересует. Ведущая роль в развитии вот одаренности, в развитии творческой способности детей, она, естественно, принадлежит хорошим, вот, знающим педагогам. Причем это очень часто это педагоги даже не по образованию, а по призванию, что особенно важно. Когда я стал изучать химию, я все больше и больше и больше в нее втягивался, и само поступление, ну, перестало быть целью, оно стало, ну, как-то уже чем-то разумеющимся. Уже было понятно, что, ну, если занимаюсь, то, ну, чего-то же я должен какой-то результат получить на выходе. Здесь мы через вас обращаемся к родителям, которые должны знать, что в каждой олимпиаде каждый ребенок, независимо от его там отметки по предмету, имеет право принять участие в олимпиаде по любому предмету. Даже если у тебя там, не знаю, по географии тройка, ты можешь сказать, я хочу участвовать в олимпиаде. Тебе не имеют права отказать. Потому что, может быть, ты просто что-то не доучил, но географию любишь. И это будет не только раскрытием одаренности, но и каким-то стимулом к работе в предмете. И мы ни в одном показателе не оцениваем работу школ по тому, сколько детей приняло участие в олимпиаде, и, может быть, приняли участие плохо. Мы не наказываем школы за неудачу ребенка. Более того, мы это нигде не публикуем. Во всех наших отчетах, во всех наших публикациях, а у вас имеется информация в нашем портале Олимпиада.ру, где все публикуется, вся информация, календари, графики, результаты, мы оцениваем только успехи. И вот тот рейтинг, который рейтинг школ сейчас составляется, тоже оценивает только успехи. То есть поэтому школа не должна бояться, что ребенок пришел на Олимпиаду и ничего не сделал. А вот это шанс, чтобы проявить себя и даже и школе балл заработать. То есть поэтому здесь мы очень рассчитываем на родителей. Олимпиада дает возможность ребятам попробовать себя сразу во всех предметах. С тем, чтобы потом дальше определиться, чем бы им заниматься, в чем принять участие во Всероссийской Олимпиаде, на какие походить кружки, профильные семинары, а может быть в интернете. И у нас работает, кроме сети стандартных вот там кружков при школах, они сейчас открылись, большинство школ ведущих наших ведут вечерние кружки, они сейчас максимально открыты для всех. У нас работает система выездных сборов, профильных семинаров, летних школ, в которых принимают участие те ребята, которые себя проявили, еще раз подчеркну, независимо от того, в какой школе они учатся. И все абсолютно материалы, все задания, все методические материалы у нас тоже полностью открыты, есть на сайте. Любой родитель, любой ребенок, любой учитель может посмотреть задачи прошлых лет Олимпиады, посмотреть решение, получить те или иные методические рекомендации или интернет-консультацию по участию в той или иной Олимпиаде, ну или просто как решить задачку. Если у ребенка возникает вопрос, он может зайти, там, не знаю, по физике, зайти там, на сайт к Алексею и задать ему вопрос, там, не знаю, в 11 ночи, кто-нибудь там ответит. Вот. С тем, чтобы, потому что действительно, ребенок должен иметь возможность в любой практический момент, когда у него что-то возникло, такую образовательную потребность, как сейчас говорят, удовлетворить. Олимпиада – это средство поиска. И мы, наоборот, во всех наших мероприятиях, на всех наших выездах, мы активно приглашаем ведущих ученых не просто для того, чтобы они там объяснили, как олимпиадную задачку решать, а чтобы ребята почувствовали научную среду. Как вы считаете, что можно усовершенствовать в проведении олимпиад, в том, вот как сейчас это обстоит? Ну, главное, конечно, куда идет работа. Ну, первое, вот, что мы с вами уже обсудили, что мы уверены, что к следующему году нормативная база проведения олимпиад станет более гибкой и более соответствующей вот, духу олимпиад и сложившимся традициям. И не будет излишней перегрузки ребят и какой-то такой излишней регламентации, что повысит в конечном счете доступность олимпиад и даст возможность каждому школьнику принять участие в большем числе олимпиад, в котором он захочет. Во-вторых, конечно, главное, над чем мы сейчас работаем, это массовость олимпиад.
массовость – это возможность участвовать. И мы стараемся сделать побольше олимпиад с более простыми и творческими задачами. Тут есть такой парадокс, что придумать нестандартную задачу, сложную, гораздо проще, чем придумать простую. Чтобы задача была доступна каждому ребенку, ну, который вот неплохо освоил школьную программу. То есть, чтобы вызвать интерес. Вызвать, да, интерес, но не быть какой-то очень-очень сложной. Вы знаете, даже сейчас, к сожалению, появился такой термин «олимпиадные профессионалы». Это люди, которые только и делают, что участвуют в олимпиадах. К сожалению, сейчас, вот, например, чтобы стать победителем международной олимпиады, нужно не просто обладать выдающимися способностями и хорошо учиться в школе. Но нужно долго и систематически готовиться к олимпиаде. Участвовать в сборах, ну, как в спорте. Угу. Китайцы, которые лидируют на многих международных олимпиадах, там, по математике, например, мы так, ну, и на втором, но иногда с ними сравниваемся. Вообще на полгода снимают детей с занятий и только дрессируют к олимпиадам. Ну, у них совсем так. Угу. Вот. Конечно, это уже перебор. Олимпиады все-таки не цель предметная, в отличие от спортивных, а все-таки средство для развития таланта и его проявления. А в международных олимпиадах российские школьники... На очень, каком уровне? Ну, очень успешно участвуют, обычно входят там в первые, но иногда все-таки отстают от там, тех от лидеров, китайцев, которые в этом... Ну, где-то от китайцев. Очень сильно по физике выступает Иран, кстати. То есть, в общем, чувствуется, что страны, которые... Соответствующий приоритет в стране есть, и в России это сейчас очень заметно, в общем, мы очень хорошо выступаем. А международные олимпиады, они что дают, то есть школьники могут поступать впоследствии, ну, в какие-то международные... Нет, ну все-таки в свои национальные... Нет, конечно, их зовут во все университеты мира, что называется, и мы рады, что большинство наших победителей абсолютно остается сейчас в России. Лет еще 15 назад, к сожалению, очень многие сразу прямо уезжали... ведущие университеты мира по соответствующей специальности, но сейчас такая ситуация уже скорее исключение. Как соотношение московских школьников и школьников из других регионов победителей олимпиад? Ну, Москва всегда была одним из лидеров, в общем, одной из, наравне с Питером, одной из колыбелью олимпиадного движения, и поэтому по количеству мы более-менее всегда были лидерами. Но тут надо понимать, что Москва просто еще и очень большая. И поэтому основной акцент, который вот делается последние два года, это массовость, добраться до каждого ребенка, до каждой школы. И это уже дало свои заметные плоды. Москва сделала очередной рывок и на всероссийском уровне. И мы сейчас уже безусловные лидеры, даже если поделить на население. Ну, понятно, потому что не по количественным, по абсолютным показателям, а даже если поделить на население, мы, в общем, безусловные лидеры, но мы при этом еще и максимально открыты. Вот наша система подготовки, которая опирается на опыт ведущих московских педагогов, московских вузов, научных институтов, она не только для Москвы. Все, чего мы можем, мы кладем в интернет видеозаписи лекций, все наши методические материалы, наш сайт Олимпиада.ру, на котором и все наши расписания, во всем можно участвовать, и огромная библиотека методических материалов, которым пользуется вся Россия. На наших сайтах дистанционной подготовки, скажем, по информатике, по химии, по другим предметам, сидит почти вся Россия, и подавляющее большинство ребят, успешно выступающих на всероссийском уровне, в той или иной мере пользуются нашими материалами. То есть, в принципе, ребята не зависят уже от школ, в которых они учатся, они могут и сами пользоваться любыми материалами. Или учитель может им помочь с родителем. Ну, в общем, вот максимально. Очень большую роль играют ребята, бывшие победители олимпиад, которые сейчас студенты-аспиранты. Они очень ярко и непосредственно могут рассказать... что-то школьнику, даже гораздо лучше учителя, профессора. Удачи всем в участии в олимпиадах. Мы призываем и ребят, и родителей участвовать в олимпиадах. Еще раз подчеркну, олимпиады, не включенные в перечень, которые не дают льгот, идут практически круглый год. На нашем сайте Олимпиада.ру есть расписание. Еще раз подчеркну, все бесплатно. Угу. И те школьники, которые уже попробовали себя в каких-то вот таких олимпиадах, они могут потом втянуться, да, и их, конечно, уже будут приглашать, конечно, дальше. И там огромное количество предложений и рекомендаций, где можно дальше. Это, особенно если это в Москве, то можно очно огромное количество мероприятий. В регионах тоже что-то есть. Если это не университетский центр, еще раз подчеркну, можно дистанционно. Угу. Спасибо вам. Спасибо большое, удачи. На этом наша программа заканчивается. Напомню, что сегодня мы говорили о школьных предметных олимпиадах. С вами была Арина Смолякова. До свидания. Всего вам доброго.